Меня зовут Ира Мороз, и я пришла поменять себя. В общем-то, вы видите, что нужно, поэтому я это тоже вижу каждое утро в зеркале. В общем-то, готова. Мне нужен контроль, потому что я, в общем-то, люблю удовольствия, не люблю себе отказывать в них. И нужен человек, который взял бы немножечко за шейку. Я плохо верю в то, что люди меняются, но я верю в то, что люди могут поменять свой образ жизни. Есть просто, наверное, внутреннее понимание того, что есть... Ребенок, есть семья, я хочу дать возможность моему мужу носить меня на руках.